Ну, вы знаете, вы в ответе на этот вопрос в данном случае я не могу быть абсолютно объективным. Дело в том, что я в определенной степени, в очень малой, ну вот и являюсь такого рода киборгом. Дело в том, что мне 2 года назад сделали операцию аортокоронарного шунтирования. И благодаря этому я могу бегать, прыгать, жить полноценной жизнью. И я не чувствую, что мне от этого плохо. Поэтому самое главное, чтобы вот то, что вот здесь находится, не заменяли. А все остальное вполне можно менять и использовать искусственное. Почему бы нет? Лишь бы человек дольше жил, дольше творил, дольше наслаждался нашим прекрасным миром.